Солдат прекращает огневой мочи свою пасть. И пошел в сарай. Слушайте, товарищи бойцы, этот день будет для вас полным кошмаром, причем в хорошем смысле этого слова. А мы не должны высадиться туда с минуты на минуту. И да, запомните. И да, я не забыл вам сказать. На перед вашей смертью помолитесь и вспомните, какой была ваша жизнь. А если вы атеисты, то просто подумайте нафига. Подумайте, именно каков. Ты не какой именно была жизнь. На жизнь. И если... это капитан, а что... А что будет... Она будет лучше. Точнее, именно что именно в нашем хорошем случае будет, если мы туда попадем. Мы туда попадем. В хорошем случае вам что-нибудь оторвет, и вы будете живы. В плохом случае вы все погибнете. Понятно. Понятно. Так ладно, всем молчать. Всем молчать, высадка уже начинается. Так что приготовьтесь, бойцы. Вы бабы или кто? Нет, товарищ. Вот именно. Все, приготовьтесь. Итак, приготовьте всем быстро. Не боитесь, вам тоже страшно. А! Пригнитесь, все пригнитесь! Ох, ёлки-палки! Не обращайте внимания, товарищи бойцы, мы все еще на плаву. О, мы все умрём! А чуть-чуть осталось, готовьтесь! Вперед, бойцы! Вперед! О нет, они ранены! Вперед, бойцы! Вперед, не оставай! Фая! Замок!
могу. Ребята! Ребята, вы где? Ёлки-палки. Я должен найти своих. Ёлки-палки. Мне нужна помощь. Мне нужна помощь. Мне покуда вам нужна помощь? Где можно спрятаться? За мной! Давай, чуть-чуть, за мной! Так, ладно, готовьтесь! Ладно! Ух ты! Вперед! Так, ладно! Ну, ребята, что нам делать? Я не знаю, что нам делать, надо идти за тобой! Ой, сюда просто иди! О! О мой бог! Он ранен! Он ранен! Нет, Джефф! А, Джефф, давай быстрее! Вытаскивай его, а то он сейчас там захлебнется! Да, ребят! Ребят! О, господи! Ну как ты? Ребят, это... О мой бог! 12 минут, как там все было. Ладно, ребята, давайте мне нужно идти. У тебя даже пушки нету. А, да, пушки надо. Надо идти какую-нибудь пушку за мной. Вот это очень. Ладно, ребята, пошли, пошли, пошли. Сюда, пошли. А вот и где? О мой бог, мы туда же остались. Ох ты ж, елки-палки. Мне жарко. Мне не планирую, даже будет жарко, но не до такой же степени. Да, мы туда остались. Что там так долго? Ладно, это не какой-то план. Чтобы проехать на заправление. Блин, где тут медики, это капитан, когда они так нужны? Ты что бы сказал? Где ты? О, господи, слушай! Да, вот это капитан, это что? Это что? Так, ладно, бойцы, слушайте меня, если мы пойдем прям на пролом, то мы умрем 100% недальностью, так что надо придумать план. А какой должен быть план, товарищ? Так что там. А давайте-ка ты поведешь нас. Я? Да, ты нас поведешь. Ты же... У тебя нет оружия, да и к тому же ты, да и к тому же тебя даже ничего не оторвало, в отличие от некоторых, не так ли? Тебе легко вернуть, капитан, потому что я тебя расскажу, что ноги подсказывают. А вот и ноги. И помню, если я на вас любят победить, так давайте, на свет, смотри. Смотрите, вперед! Так, Брэн, давай, доложи, что ты там увидел.
Да, и кстати, ты пишешь мне когда? Вот возьми. О. Спасибо. Ладно. Я. Нам поменяется, как я буду возьму. Ну ладно, иди, давай. Не помни. Живым. Смотри. Живым не возвращайся. О, ты вернулся. Все такое. На Raptor 3. Это спецгруппа армии США. Мы запрашиваем бомбардировку в нашей местности. Точно. Ладно, я не поверю, что будет бомбардировка. Я вижу вас очень хорошо. Бомбардировка немецкая, готова? Я капитан спецотряда. Спецотряд США запрашивает эвакуацию. Все. Кажется, я вижу вас на ваш отряд. Кстати, вы не слышали новость. Правительство США в итоге не создает сейчас наивных боеголов. Полосы пусть, так что я тоже побыстрее. Да? Да, побыстрее. Вот. Так, главное, все, давайте. Давай
Ой, боже, мы улетаем вот сюда. Так, точно. Так, ладно, отлично, эвакуация прошла успешно, теперь мы улетаем вот сюда. А вот сюда, мы поедем, мы боеголовки начали, улетаем вот сюда.